Добрый день. Начнем работать по заявленной теме. Тема достаточно актуальная, потому что проблемы нарушения метаболизма, они накапливаются по мере развития нашей цивилизации. Мы видим, что растет количество пациентов с разными видами патологии. Это и патология углеводного обмена, сахарный диабет и первый, второй тип, и нарушение жирового обмена. Все это требует определенного внимания. Посмотрим на такие важные вопросы, как использовать дыхание и ароматерапию для регуляции метаболизма, особенно в плане профилактики либо помощи при ожирении. Вопрос, который многих волнует, особенно курящих, а курящих у нас более 40 миллионов, прокуренная страна. Что сделать, чтобы перестать курить и не располнять? Ну и очень важные такие диетические моменты про сало, про холестерин и про сои, которые в теме данного вебинара просто нужно затронуть. Ну, непосредственно сам по себе метаболизм, если смотреть на картинку, выглядит довольно симпатично. Как в любом процессе, есть начало, есть конец. Мы видим, что питательные вещества поступают в виде сложных соединений. Жиры, белки, углеводы, животные, растительные продукты. Естественно, нам нужны свои компоненты, поэтому идет распад катаболизма на простые составляющие. Это аминокислоты для белков, это моносахара для углеводов и жирные кислоты для жиров. В дальнейшем этот цикл идет через процесс клеточного дыхания. Вот почему дыхание может быть ключом к метаболизму. При этом пополняются энергетические запасы наших клеток в виде аденозин-трифосфорной кислоты. И в дальнейшем по потребности нарабатываются необходимые уже нам наши личные аминокислоты, наши углеводы, наши белковые аминокислоты, белковые компоненты с синтезом того, что на данный момент нужно. И естественно в процессе окисления образуются такие соединения, как внутриклеточная вода и углекислый газ. Но углекислый газ имеет свое особое значение в обменных процессах внутри клетки, поэтому устаревшая примитивная установка, что углекислый газ — это отходы производства, его нужно удалять, к счастью, ушло в прошлое. Ну, в целом, даже вот уже на этом простом рисунке видно, что обмен веществ и энергообмен — это процессы взаимосвязаны. Если нет окисления, нет накопления АТФ. Соответственно, и жизненный запас энергетический у нас не очень высокий. По сути, своим метаболизм так и обозначается — обмен веществ. Распад – это катаболизм. И синтез, накопления новых уже необходимых нам компонентов – это анаболизм. И вы знаете, что есть препараты, так называемые анаболики. Ну, этим грешат часто спортсмены, которые пытаются интенсивно увеличить свою массу тела за счет увеличенного накопления массы вследствие приема анаболиков. Но это довольно часто имеет печальные последствия. Природа не любит насилие. Еще немножко такая другая схема тоже в этом плане. Видите, что получается у нас из внешней среды кислород, необходимые компоненты. Здесь идет переработка, выделение продуктов распада. И продукты распада тоже требуют определенной обработки. Об этом дальше поговорим. Накопление энергии сопровождается ее использованием. И один из основных видов использование энергии клеток – это поддержание температуры тела, обогрев. Мы знаем, что у нас очень узкий диапазон температурный, в котором организм работает хорошо. Мы с вами теплокровные, поэтому должно быть определенное тепло во всех тканях, во всех клетках. И именно задача энергообеспечения и теплообмена выполняет функция дыхания клеточного. Ну и, счастье, легкие участвуют в теплообмене, об этом дальше поговорим. И здесь у нас с вами анаболизм, распад, прошел анаболизм, строение и рост организма. И, собственно говоря, качество нашей жизни, качество нашего здоровья, молодости либо старения в многом зависит от того, насколько сбалансированы процессы катаболизма, анаболизма, удаления продуктов распада и обновления тканей. Если говорить об энергии, то энергию мы получаем в процессе окисления
ряда соединений. Основным источником, основным топливом является глюкоза, потому что она быстро окисляется. Основной, скажем так, по скорости использования. А по количеству энергии обмена, по количеству калорий, которые мы получаем от окисления, конечно, превалируют, преобладают жиры в виде жирных кислот. Именно поэтому, особенно у нас в России, в наших сильных регионах, пища должна содержать определенное достаточное количество жирных кислот. Ну, как пример, вы знаете, жители крайних регионов Крайнего Севера, я работал все время там тоже, постоянно используют прекрасную вкусную красную рыбу, которая содержит достаточно много жирных кислот именно для поддержания теплового баланса и как источник энергии. Кетоновые тела – это соединения, которые возникают, например, во время голодания. Они могут использоваться уже на крайний случай для обеспечения энергообмена. И нужно еще раз подчеркнуть, что глюкоза – это единственный источник энергии, особенно для клеток головного мозга, для нейронов. Ну, если кто-то из вас хотя бы один раз на себе испытал, что такое голодный обморок, знает, что отключаешься моментально. Когда-то это было один раз в студенчестве. Некогда было поесть с утра. Поэтому глюкоза требуется постоянно. И вот здесь проблема, почему не все люди могут хорошо переносить какие-то разгрузочные диеты, либо более жесткий вариант лечебного голодания, потому что не успевает синтезироваться глюкоза из запасов, если они есть, либо из побочных продуктов, например, из кетоновых тел. И люди просто физически не могут длительное время находиться без, обходиться без поступления свежей порции пищи. Я обращаю ваше внимание, что микрофлора кишечника, вроде бы микробы какие-то там у нас в кишечнике, они требуют большой объем энергии, до 10% поступившей энергии и примерно 1/5 объема принятой пищи. Но тут надо отметить, что последние десятилетия и последние годы, особенно к отношение к микроорганизмам внутри кишечника принципиально изменилось. Такое появилось понятие как микробиота, то есть вся микрофлора кишечника в целом оценивается как отдельный такой биологический орган, который имеет колоссальное значение, конечно, для обмена веществ, для синтеза витаминов, ну и для поддержания хорошего состояния иммунной системы. Поэтому микробы, они наши с вами друзья. И 10% энергии им отдать не жалко. Совокупность нарушений обмена веществ, которые в прошлые десятилетия регистрировались в виде отдельных нарушений, например, нарушение углеводного обмена, повышенный сахар, нарушение жирового обмена, повышенный вес, появление артериального давления, нарушение липидного состава крови, жирового состава. Если раньше это рассматривалось как какие-то отдельные болезненные состояния, то наблюдения, анализы, научные исследования последних десятилетий привели к тому, что сейчас практически все специалисты на уровне мировой медицины, российской медицины пришли к такому понятию, как метаболический синдром. То есть, если у человека имеется избыточный вес, если имеется артериальная гипертония, высокий уровень сахара периодически или постоянный, связанный с нарушением синтеза и функции инсулина, все это составляет как единое состояние метаболический синдром. И он считается таким довольно сложным для коррекции, во-первых. Во-вторых, очень опасным в плане развития тяжелых последствий и преждевременной смерти. Почему метаболический синдром в простом варианте называют смертельный квартет? Рано или поздно возникают либо проблемы с работой сердца, либо проблемы с мозговым кровообращением, инсультные дела и прочие очень печальные последствия. Одним из важных достижений современности является именно развитие медицинских технологий, которые позволяют более четко контролировать состояние, состав нашего с вами тела и определять возможности и темпы изменения массы тела, особенно при наличии лишней массы тела. И вот эти все истерические рекомендации, там худейте быстро, худейте за неделю, они специалистами не поддерживаются. Ну, кстати, вы знаете, Елена Малышева сейчас проводит неплохую такую программу на программе здоровья. Там какие-то соревнования, кто сколько сбрасывает лишнего веса. Но и то там очень умеренные показатели, это правильный подход. Потому что, в принципе, как оценивают специалисты в плане темпов снижения веса, ну, вот порядка 200 грамм в день, 6 килограмм в месяц, это умеренная средняя норма. Это и отношение специалистов института питания, у нас есть такой институт довольно серьезный. И, кстати, учитывая, что метаболизм
он связан с обменом веществ и с качеством работы иммунной системы, в том числе и в Институте иммунологии тоже. Исследования, доклады, которые посвящены этой теме, отмечают, что в принципе могут быть тяжелые последствия для иммунной системы в результате быстрого похудания. Почему? Потому что иммунная система все-таки она работает как система, включающая белковые компоненты, иммуноглобулины, белки, работающие в иммунной системе. И если идет быстрый вес, то люди нередко быстро худеют в результате распада мышечного белка, а жир медленнее включается в мобилизацию. Ну, соответственно, если белка мало, то иммунная система слабее. В то же время опыт работы с разными группами населения, с разными программами показывает, что важен индивидуальный подход, потому что определяется степень снижения массы тела и возрастом пациента, и стажем, и скоростью накопления лишней массы тела, и возможностями адаптационными организма. Поэтому если вес очень большой, ну, тут как пример в одной статье, что если 150 кг, например, то 10 кг можно за пару недель сбросить, это не так много. Но как один из основных документов, это рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вот здесь разложено по полугодиям, что первые 6 месяцев не более 10%, следующие 6 месяцев можно примерно в этом темпе снижать, и потом еще в течение 6 месяцев то же самое. То есть 10% на полгода это очень умеренный, спокойный вариант нормализации массы тела при ее избытке. И чтобы не работать вслепую, вот эти достижения медицинских технологий позволили использовать такой интересный прибор, как биоимпедансметр. До этого, мы когда еще в советское время учились, там были разные индексы, там соотношение роста, массы тела, окружности бедра, все это, ну, такие уже студенческие, скажем, тесты. Прибор биоимпедансметр, он разработан на основе знаний об электрофизиологии, о биофизике наших тканей. И поскольку известно, что разные среды, например, плотная костная ткань, либо жидкая, это вода, либо специфическая жировая ткань, они имеют разную электропроводность, можно проводить исследования. Вот здесь видно, что девушка держит два электрода в левой и правой руке. И здесь вот где стопы, здесь тоже электрод. Это наиболее удобный вариант, когда с четырех, скажем так, точек идет оценка. И этот метод позволяет определить, из чего мы с вами состоим. Сколько воды, сколько жира, сколько мышечной ткани, насколько она активна. И наблюдать в процессе регуляции питания, в процессе определенных диет, физических упражнений, как меняется состав тканей. Вот я только что недавно получил сегодня рассылку, там диетолог из Томска, интересный доктор, ссылается на свои исследования и в качестве комментария как раз говорит о том, что если люди с полным весом просто начинают голодать, то они в первую очередь теряют воду, потом реагирует мышечная ткань, а жировая ткань медленно удаляется. Поэтому правильно регулировать питание в виде индивидуальных диет, ну, на фоне определенной физической активности. Правда, она там ничего о дыхании не сказала, но я потом ей лично от себя напишу, чтобы поделиться опытом, потому что фактор дыхания использовать можно и нужно. Тем более мы с ней рядом. Ну, как пример из обследования, которое дает хороший результат, вот пример заключения по биоимпедансметрии. И мы с вами видим, что здесь удается просчитать и определить не просто индекс массы тела, но сколько у нас жировой массы, сколько тощий, это значит не жировой, прежде всего мышечный. Активная клеточная масса – это то, что активно работает мышцы прежде всего. Вот скелетная мышечная масса в килограммах – это мышцы плюс кости. Мы знаем, что есть люди с широкими костями, есть люди с узкой костью, как говорится. Здесь это все можно четко посмотреть. Фактически это биологический портрет человека изнутри. Не рентген, а вот такой биохимический, биологический. Удельный основной обмен – общая жидкость, что очень важно, особенно для людей, имеющих сердечные заболевания, либо почечные, внеклеточная жидкость. Тут можно определить какие-то уже риски отеков, либо ухода отеков, если они есть на фоне заболеваний. Это стандартный показатель талия, бедро, он, в общем-то, имеет определенное значение. И классификация, которая делит на три части. Норма как норма, и два отклонения в сторону. Фитнес, стандарт, идеальное, и истощение, дистрофия, такие тоже есть. Фанаты похудения и избыточный вес и уже крайняя степень ожирения. Соответственно, вводятся определенные риски, какие могут быть при данной ситуации у данного человека.
И очень важно, что процедура занимает буквально несколько минут, не требует никаких особых условий. Ну, не рекомендуется беременным женщинам и пациентам, имеющим кардиостимулятор. Это не такая уж большая группа пациентов, которые имеют проблемы с метаболизмом. И в частных центрах, и в центрах здоровья я уже такие программы встречаю. Это, конечно, интереснее, чем просто померить рост веса, что-то там высчитать. Ну, если говорить о составляющих метаболизма, мы должны все-таки помнить о том, что прежде всего белок. Белок как основа нашей биологической индивидуальности, почему иммунная система всегда регулирует на чужой белок. В чем проблема трансплантологии, что пересаживаем почки или сердце, или печень одного человека к другому, у каждого свой биологический индивидуальный портрет на уровне белкового составляющего. Если говорить о качестве переваривания и всасывания, то диетологи отмечают, что лучше всего усваивается, переваривается рыбный и молочный белок. Если говорить о животных и растительных, то у животных белков при их распаде на аминокислоты всасывается порядка 90%, а у растительных 60-80%, не более того. Ну и если минимальная потребность 40 грамм в сутки, в среднем 90-100 это примерно физической нагрузки. Но вот обращаю ваше внимание, что к вот этой средней норме 90-100 граммов белка в сутки наш организм дополняет до 70 грамм белка, который секретируется, выделяется в поджелудочно-кишечного тракта. То есть получается, что наше с вами тело, как умная биохимическая система, компенсирует тот непропорциональный состав белковой пищи, который мы с вами потребляем. Потому что, ну, честно говоря, если нормальный человек, он же не будет сидеть высчитывать, сколько там аминокислот в бифштексе, сколько аминокислот в рыбе, ну, покушал, пошел. Для того, чтобы все-таки был более-менее оптимальный состав аминокислотный, который всасывается потом в кровь и идет на наши метаболические нужды, оказывается, есть такой механизм самокоррекции в организме, что часть мышечной ткани, часть белковых запасов распадается на составляющие аминокислоты, чтобы составить какой-то стандартный аминокислотный коктейль, как говорят спортсмены. Ну и вот для любителей шашлыков, да и впереди у нас с вами праздники новогодние, все равно будем отмечать, за один прием пищи усваивается не более 40 грамм чистого протеина. Поэтому 3 шашлыка за вечер – это перебор, потому что неусвоенный белок, он пойдет в отходы. Отходы, как правило, сопровождаются гниением и угнетением бифида и лактобактерий в кишечнике. То есть, в принципе, наша с вами микрофлора кишечника, она реагирует на то, что мы туда загружаем, и она подстраивается под характер питания. Поэтому нужно, чтобы была и молочная пища, и кисломолочная, и чтобы были пищевые волокна отруби, например, клетчатка, чтобы все это было в стабильном составе. Тогда наша биохимия в кишечнике работает отлично. Белки необходимы. И белки должны быть разнообразны, поэтому и рыба, и мясо, и молоко, и растительные белки необходимы для полного баланса и оптимального питания. Функции белков важнейшие пластические. Это строительный материал, каталитические – это ферменты, гормональные – это биологически активные гормоны, необходимые для работы всех систем, и транспортные и прочие функции. Но что нужно отметить, что даже головной мозг, казалось бы, не мышечный орган, имеет достаточно много аминокислот, причем их в ткани мозга больше, чем в крови. И в среднем мышцы синтезируют 75 грамм белка, постоянно идет синтез, анаболизм. И если более-менее гармоничный человек построен, то 40% от массы тела составляют белки. И это важно соблюдать и в пожилом возрасте, потому что необходимо поддерживать физиологический тонус регулярной физической активности. А диетологи обращают внимание на то, что должно быть такое понятие азотистого равновесия. Это количество поступающих продуктов азота, содержащих это белки прежде всего, и выделение остаточных продуктов, содержащих азот, понятие азотистого равновесия. И они вводят понятие идеального белка, который, если бы он был, то позволил бы этот баланс азотистый соблюдать. Вот в качестве идеального белка, как близкий к нему пример, это белок молока и яиц. Так что любители омлетов могут быть довольны. Их комбинация молоко плюс яйцо в виде омлета в чем-то подходит к идеальному белку. Растительные белки далеки от идеала, но специалисты отмечают о том, что соевые бобы весьма-весьма приближаются к варианту идеального белка. Мы в конце пару слов важных в защиту сои скажем, потому что ее тут заклевали последние десятилетия, но это борьба на рынке, конкуренты.
И что очень важно, что соевый белок, он в принципе, вот как отмечают диетологи, максимально приближен к белку мяса по аминокислотному составу. Ну, соя, слава богу, наша страна не бедна. Я вот в свое время работал в Благовещенске, это на Дальнем Востоке, там Амура, там соя растет. Собирали ее всегда в хороших объемах, сейчас вот немножко не так. Жиры, наш с вами любимый холестерин. Тому холестерину столько досталось, что не позавидуешь. Ну, во-первых, как мы уже с вами говорили, жиры – это наше топливо. 9 килокалорий на грамм глюкозы 4. Естественно, преимущество какое колоссальное. То есть почти 80% энергозапасов в организме в виде жировых запасов. И если питание нормально, если мы в средней полосе живем и физически много не вкалываем, то хотя бы 40% от общей калорийности питания жиры должны составлять. И опять же обращаемся к нашему с вами головному мозгу. Липиды, жиры составляют примерно половину сухой массы головного мозга. То есть мы с вами думаем, так если говорить простыми словами, жиром. Жир, плавающий в воде, вот что у нас с вами головной мозг. И касаясь холестерина, у взрослого человека головной мозг содержит порядка 25 грамм чистого холестерина. Вот что интересно, что у новорожденного, когда мы с вами на этот свет появились, было всего 2 грамма холестерина. И уже в первый год жизни почти в 3 раза увеличивается его содержание. Причем мозг сам синтезирует холестерин, потому что он ему необходим. И именно потому, что холестерин крайне необходим для мозга и вообще для организма, материнское молоко настоящее, должен получать каждый новорожденный, содержит 14 мг холестерина на 100 мл. И оно так сбалансировано, что содержит определенный фермент, позволяющий организму быстро усваивать холестерин. Ну, как один из важнейших моментов, это то, что холестерин необходим для работы серотониновых рецепторов в мозге. Серотонин – это то вещество, которое определяет определенный наш тонус, эмоциональный комфорт и проблемы психиатрические, это депрессивные и прочие состояния, очень часто связаны с проблемами синтеза и утилизации серотонина. Мы о нем еще поговорим. Итак, жиры нам нужны и как источник энергии и теплообмена, и как составляющая, прежде всего, головного мозга. И ряд заболеваний, тяжелых заболеваний нервной системы, прежде всего, связаны с проблемами липидного обмена, нарушений в ткани мозга и в нервных волокнах. Если говорить о химическом составе, то липиды, прежде всего, это жирные кислоты. Вы знаете, все уже слышали, это полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Наибольшее внимание уделяемое омега-3 жирным кислотам, которые оказывают наиболее важное профилактическое действие, это как раз вот жиры рыб морских, содержат их достаточно хорошо. Ну, палтус сейчас уже не найдешь, по крайней мере, треску, зубатку. Горбушу все это найти на рынке можно, это не трудно и не так уж дорого в принципе. Фосфолипиды – это еще одна группа жировых компонентов. Они являются структурами, которые нужны для строения мембран клеток. Холестерин, кроме того, о чем мы говорили, он является и компонентом мембран, и исходным сырьем для синтеза гормонов, витамина D, желчных кислот. Поэтому, если холестерина мало, вы можете бесконечно загорять под солнцем, но витамина D не наработает необходимое количество, потому что исходного сырья нет. И очень важный момент, который я специально отметил, половые гормоны. Вот очень красиво специалист написал в статье, буквально обожает холестерин, потому что он является химической основой для синтеза и женских эстроген, прогестерон, и мужских андроген, тестостерон, гормонов. Поэтому полноценное питание с обеспечением стабильного поступления холестерина – это важное свойство и для психического здоровья, и для нормального сексуального состояния и поведения. Жировая ткань. Она очень интересна у нас с вами. Имеется два основных вида – белая и бурая. Функции ее – запасание энергии, жир, теплоизоляция. Это сейчас зимой каждый чувствует, есть или нет эта изоляция. Механическая защита вокруг органов в виде жировой подушки, например, почки. Они имеют определенную капсулу, содержащую жир. И если жира мало, то почки-то начинают уходить вниз. Нет вот этой механической защиты. Ну и другие органы тоже имеют поддержку. И очень важный момент, я специально вам выделил, эндокринная функция. Жировая ткань имеет определенную функцию эндокринную, выделение гормонов лептина и эстрогенов. И чем больше уровень, объем жировой ткани, тем больше она вмешивается в функцию всей нашей гормональной системы. Поэтому мало жира – плохо, много жира – тоже плохо.
Если белая жировая ткань имеет все вот эти четыре функции, то бурая жировая ткань – это особая ткань, она как раз и нужна нам для теплопродукции. Она содержит большое количество митохондрий, и там очень быстро идет окисление жира в больших количествах. Ну, наиболее интересное скопление жировой ткани – это, например, в подмышечной области, паховой области, там, где идут крупные магистральные сосуды. Плечевые артерии, бедренные артерии, то есть, чтобы все время кровь была, протекала через теплый участок, не охлаждалась. Лептин – это один из гормонов, который выделяется жировой тканью. И он влияет на уровень аппетита и на потребность пищи. То есть, если лептина мало, то организм начинает чаще кушать, и потом появляется сигнал, что лептин, как фактор гормонального обмена, достиг уровня нормального. И эстроген – это очень интересный компонент. Жировая ткань содержит специальный фермент. Ну, фермент – это вещество, регулирующее химические реакции, как вы знаете. И этот фермент называется ароматаза. И оказывается, что этот фермент ароматаза находится в жировой ткани, может из гормона тестостерона делать женские гормоны эстрогены. И клетки, которые находятся в области брюшной полости, жировые клетки наиболее богаты ароматазой. Поэтому избыток этого фермента у мужчин, употребляющих достаточно много пива, приводит и к появлению животика. И гинекомастия – это изменением, даже не сказал бы, грудных мышц, молочных желез у женщин. У мужчин появляются уже типа вот женских молочных желез, такие висящие жировые мешки, не мужская грудь. Но это следствие того, что избыток фермента начинает устранять мужской гормон – тестостерон. Так, пройдем немножко дальше. Так, липиды, холестерин. Поскольку жир является очень важным, востребованным метаболическим ресурсом, то норма потребления не менее 30% в среднем для мужчины. Может быть 90 грамм, а для женщины 70-80. И интересно, организм сам себя защищает, что если прогрессирует ожирение, то клетки организма, они включают свои возможности по увеличению окисления жира. И адипоциты, это жирные, это клетки жировой ткани, они выделяют эти триглицериды, тоже отщепленный жир, в кровь. И ткани начинают их использовать для окисления. Так вот, обращаю ваше внимание, что адипоциты легче выделяют триглицериды в кровь, если в жировой ткани достаточно полноценный активный кровоток. А если кровоснабжение ослаблено, капилляры не работают, то клетки не могут выделять жир, он, скажем так, запирается в клетках. И вот один из продуктов жира, который все знают и многие любят, тоже не раз и не два критиковался, но на самом деле, в общем-то, это тоже уже в прошлом. Свиное сало, как продукт, который полезен для липидного обмена. Оно важно тем, что содержит арахидоновую кислоту, это такое химическое название. Она относится к категории незаменимых, то есть очень важных жирных кислот, которые наш организм не нарабатывает. Плюс содержание в сале микроэлемента селена, очень важного для многих биохимических процессов, делает его продуктом полезным для здоровья. И такой исторический факт, я в одной из статей нашел, что в Советском Союзе в меню членов ЦК КПСС ежедневно входило 50 грамм сала. И там автор отмечает, что самое полезное сало – это не толстое, примерно 2,5 сантиметра по шкурке. Но не все сало любят, не все его принимают, например, по религиозным моментам. И вот такой интересный момент, я когда готовил тему по долголетию, в числе одного из стран, где достаточно высокая продолжительность жизни – Туркменистан. Как автор пишет, что это один из самых загадочных оазисов долголетия, потому что сложные условия климатические и бытовые тоже не очень благоприятные. Но оказалось, когда посмотрели состав питания, что секрет долгожительства туркменов – баранина, которую употребляют они в больших количествах. И тут, скажем так, бонус оздоровительный не только в качестве белка, а в том, что баранина содержит большое количество особой кислоты стеариновой. И эта кислота в нашем организме используется для синтеза тоже очень важной олеиновой кислоты. Это, например, та кислота, которая отличает хорошее оливковое масло.
Поэтому постоянный прием баранины позволяет оптимизировать липидный обмен и поддержать баланс на достаточно хорошем уровне. И геронтологи считают, что это, в принципе, один из факторов, который обеспечивает активное долголетие жителей Туркменистана. По поводу холестерина я сошлюсь на очень авторитетного специалиста. Вот внизу название его книги, вы ее найдете, кому тема интересна, просто имейте в своей библиотеке. Книга такая объективная, честная и профессионально рассматриваются многие вопросы. Константин Монастырский, специалист в области диетологии, специалист международного уровня. Я некоторые просто его моменты тут процитировал дословно, что методологическая и клиническая база борьбы с холестерином опирается на результаты исследований, подтасованные под материальные интересы, производители лекарств и так далее. Конкретные факты он приводит, что в организме человека содержится от 200 до 350 грамм эндогенного, то есть нашего с вами внутреннего холестерина, который организм постоянно вырабатывает в печени, независимо от того, что вы поели, больше сала, либо меньше хлеба. И объем, то количество холестерина, которое мы можем так, ну, в среднем при нормальном питании принять с пищей, ну, 2 грамма пищевого холестерина в день, это капля меньше 1%, оно не может существенно повлиять на процессы, происходящие в организме. И раз уж мы говорили о кишечнике, микрофлоре, вот здесь я специально отметил, что, как Константин отмечает, холестерин в питании играет важную роль в поддержании нормального состояния слизистой кишечника. А диета без жиров холестерина приводит к нарушению проницаемости кишечника. И, ну, есть такое понятие эндотоксемия, то есть накопление токсинов, поступление из кишечника в кровь. И исторический факт, что Национальный институт сердца США в середине 70-х годов учитывал возрастную связь. И высокий показатель холестерина считался после 60 лет 300 мг на децилитр. А сейчас независимо от возраста 200. Для чего? Для того, чтобы как можно больше продавать статинов, влияющих на повышенный уровень холестерина. А статин, они дают определенные негативные эффекты, это уже описывается, в том числе на уровне митохондрий. Углеводы. Третий компонент. Три кита у нас метаболизма. Это белки, жиры и углеводы. Углеводы представляют тоже разнообразную группу химических соединений. Их делят на две основные группы, простые и сложные, усвояемые, неусвояемые. Ну, пример неусвояемых – это клетчатка, например. Простые углеводы – это глюкоза, галактоза, фруктоза. То есть это они почему называются простые, что там одна молекула. А сахароза или лактоза – это молочный сахар. Там две молекулы дисахарида. И третий подвид углеводов – это сложные углеводы, 10 молекул и более. Ну, крахмал всем известен. Гликоген – это концентрированная форма глюкозы в наших тканях, либо, может быть, в мышечной ткани, в печени. Клетчатка всем известна. Пектины. Пектины, они содержатся, например, в яблоках. Это очень важный клеточный такой клетчаточный компонент. Ну, в принципе, два основных направления, на которые организм использует углеводы, это источник энергии окисление 4 грамма, 4 килокалории на грамм меньше, чем липиды, но все-таки тепло дает и очень быстро. И пластическая функция входит в состав определенных структур, определяющих наши ткани. А десятилетия, наверное, 3 назад уже появилось такое понятие, которое сейчас устойчиво используется для оценки углеводного обмена и характера, скажем так, углеводов, поступающих с пищей. Это такой показатель гликемический индекс. Глик – это слово глюкоза, а эмия – это кровь. То есть гликемический индекс, он отражает способность углеводов, которые мы принимаем, простых либо сложных, повышать уровень сахара в крови, гипергликемия. Поэтому глюкозу чистую взяли как стандарт, 100 единиц, и в соответствии с этим стандартом уже определяют либо выше, либо ниже, гликемический индекс высокий, либо низкий. И вот этот момент очень важен, что сложные углеводы, которые медленно окисляются, медленные углеводы с низким индексом, они достаточно широко представлены в разных продуктах. Это мука грубого помола, все каши, за исключением манной. Я даже обрадовался, когда я посмотрел, что я манку уже давно не ем и не покупаю. Рис, макароны из твердых сортов, овощи, фрукты с низким содержанием сахара, с низким содержанием, не очень сладкие.
Это сложные углеводы с низким индексом. А простые углеводы очень быстро обрабатываются, у них высокий индекс. То есть они быстро всасываются, быстро расщепляются, быстро поднимают уровень глюкозы. И здесь два момента, что простые углеводы быстро перерабатываются и поддерживают уровень глюкозы в крови на достаточно хорошем уровне. И мы достаточно хорошо думаем и активны. Но если мы сахара либо белого хлеба переели, то избыток-то он уходит все-таки в жир. Ну, избыток. А сложные углеводы, они удобны тем, что они медленно всасываются, медленно действуют и создают и хороший запас по энергетике, и ощущение такой медленной, но стабильной сытости. В принципе, надо, естественно, использовать и те, и эти, но следить особенно за быстрыми углеводами. Поэтому, если есть возможность постепенно отвыкнуть от сахара, уменьшить его количество до какого-то символического уровня, на здоровье. Можно заменить медом, можно заменить мармеладом. Это все-таки более полезно. В биохимии описывают три типа использования углеводов, но чтобы вас не загружать в биохимии, мы определимся в том, что есть вариант окисления углеводов, вот вам функция дыхания в клетках, и есть распад углеводов без кислорода, анаэробный катаболизм. Если нам нужно запасать глюкозу, организм ее запасает в виде гликогена, это концентрированная форма в печени, мышцах, почках и в головном мозге. И основным субстратом дыхания, то есть окислительных процессов головного мозга, является глюкоза. То есть мозг состоит в большой массе своей из холестерина, но как топливо используется глюкоза для обеспечения нашей активной мозговой деятельности. Ну, например, что за одну минуту ткань мозга окисляет 75 миллиграмм глюкозы. И количество глюкозы, имеющейся в ткани мозга, вот на данный момент, если не дополнять ее, то не более 10 минут наш ресурс. Поэтому уже смотришь, насколько ограничены жизненные ресурсы организма. Не более 5 минут без дыхания, это как такой предел критический, не более 10 минут без глюкозы. Дальше мозг уже начинает отказываться работать на голодном пайке. Ну что интересно, чтобы не зависеть от метаболизма, а печени, мышц и так далее, наш с вами головной мозг имеет запас гликогена. Он его там синтезирует и при необходимости распадается прямо в мозге, выдавая в нейроны глюкозу. Если глюкоза запасается с избытком, то она уходит в гликоген. То есть у мозга свой склад углеводов. Потому что пока там печень откликнется, можно не дождаться. И при отсутствии резервного гликогена, ну, когда человек, например, голодает, усиливается процесс окисления жирных кислот, как источник получения глюкозы. И процесс вот глюконеогенеза – это новообразование глюкозы в ткани головного мозга. Из аминокислот может быть, когда не хватает глюкозы вообще. Лактат – это молочная кислота. Пироват – это уже метаболические компоненты химических процессов. И даже продукты распада жирных кислот могут идти на образование глюкозы, потому что мозг работает на глюкозе. И для того, чтобы его поддерживать, в организм заложены самые разные, в том числе и аварийные ситуации. Ну, вы знаете примеры, когда люди там попадают в экстремальную ситуацию, 3, 5, 10 дней бывают без еды, а то и без воды неделю, выживают, если есть какой-то запас жизненных сил. Ну, в целом о запасе. Биохимики пишут, что запас углеводов примерно 70 грамм в печени, 120 грамм в мышцах, 200 грамм. Это такой средний запас. Все остальное, избыток уходит в жиры. Всемирная организация здравоохранения, специальный отчет углеводы в питании человека, отмечает, что примерно 55% энергии должны давать углеводы. И из них не менее 10% простые сахара, которые быстро окисляются, дают быстро, в общем-то, энергетический эффект. Ну, в России показатель примерно такой же, 50-65% от ценности рациона должны составлять углеводы. И момент, на который приходится обращать всегда внимание, что углеводистые продукты должны обеспечить нам с вами не только калорийность пищи, но и необходимое количество растительных волокон, клетчатки, которая важна для нормальной работы кишечника, для нормальной жизни микрофлоры. Здесь надо обязательно следить о том, чтобы фрукты были и овощи регулярно на столе, независимо от сезона года. У нас, в общем-то, традиции нашего питания в России, они позволяли всегда обеспечить нас хорошей растительной пищей, независимо от этих турецких яблок и прочих заморских диковин. Естественно, такой процесс, как метаболизм, использование
пищевых веществ для разных целей. Он имеет очень сложную систему регуляции. Но можно выделить некоторые основные моменты, которые важны, ну, для повседневного понимания и для дальнейшей работы. Всем нам известно такое состояние, как чувство сытости, либо приятной сытости, иногда даже и в сон клонит. Это связано с тем, что сигналы от желудка, поджелудочной железы, кишечника поступают в специальную структуру мозга, она называется гипоталямус, мы ее на схеме попозже увидим. И эти сигналы вызывают выделение определенных веществ, влияющих на наше с вами настроение. Эти вещества серотонин, дофамин и группа, называемая эндорфины. Ну, я нашел очень интересное сравнение, где автор пишет так, что серотонин – это удовольствие, дофамин – это хорошее настроение, а эндорфины – просто счастье. И обращается всегда особое внимание на серотонин. Почему многие привыкают к шоколаду? Потому что серотонин очень быстро выделяется, если вы покушали шоколада, потому что в шоколаде есть предшественник серотонина – фенилэтиламин. Длинное название, но тут надо понять, что это исходное сырье для быстрого образования серотонина. Но что интересно, вот эти вот парадоксы, что при накоплении массы тела у полных людей снижается содержание в ткани мозга рецепторов, чувствительных к дофамину. Поэтому настроение бывает не всегда приятно, несмотря на избыток массы тела. И серотонин и дофамин – это химические соединения, которые вырабатываются при помощи аминокислот. То есть белковая пища нужна, чтобы они нарабатывались. И особый вид аминокислоты – L-триптофан, это определенная форма аминокислоты, которую чаще всего мы встречаем в телятине, в баранине, вот вам туркмены, долгожители, свинина, курятина и опять же соя, о которой мы поговорим. Но чтобы эти радующие нас соединения вырабатывались, необходим полный компонент биохимический, в том числе витамины, особенно С, цинк, фолиевая кислота и комплекс омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты. Серотонин, он нам дает ощущение сытости, естественно, меньше хочется есть, а когда его мало, повышается потребность в пище. И вот почему многие попадают в зависимость от сладкой пищи, я встречал даже такое название сахарализм, зависимость от сладкого, что повышение уровня серотонина наблюдается после употребления богатой углеводами пищи, ну вот белками тоже, к счастью, поэтому не обязательно только белый хлеб с медом кушать. Связано это с особенностью обмена прохождения серотонина через гематоэнцефалический барьер. Гематоэнцефалический барьер – это барьер между сосудами и нервными клетками. То есть это пища, которая богата углеводами и белками, она помогает быстро наработаться серотонину. Почему дает хорошее ощущение удовольствия от жизни. Глюкоза как основной источник жизни для мозга и быстрого накопления в клетках, она регулируется довольно сложными гормональными циклами и прямая и опосредованная регуляция. Прямая регуляция – это два гормона, которые вырабатываются в поджелудочной железе. Инсулин, про него все слышали, он есть в искусственном виде, глюкагон. А косвенно это глюкокортикоиды, это препараты горенадпочечников, адреналин, там же соматостатин, очень интересное вещество химическое. Но основное это инсулин. Инсулин, он важен для того, чтобы глюкоза могла поступить в клетки, то есть проницаемость мембран для глюкозы обеспечивает и дает снижение уровня глюкозы в крови. Известно, что психиатрия сейчас не очень широко, а раньше применялась методика инсулино-шоковой терапии, когда пациенты с тяжелым заболеванием, чаще шизофрения, через введение инсулина вводили состояние шока, глюкоза падала до минимума, ну, потом определенным образом мозг включался. Эффекты, если вовремя и правильно проводить, процедура давала очень хорошие. Инсулин также влияет на образование гликогена из глюкозы как запас стратегический. Но опять же, если не хватает места для глюкогена, все-таки определенные запасы в клетках больше не могут взять, то идет образование жира. А вот запасы жировой ткани, жировых соединений могут быть колоссальные. Ну, мы с вами знаем примеры 150 и 200 кг и больше веса у людей в основном за счет жира. Глюкагон – это второе вещество, которое вырабатывается в поджелудочной железе. И он как бы противодействует инсулину, он поднимает концентрацию глюкозы, если ее мало. Гормоны коры надпочечников могут влиять
влиять на образование глюкозы из печени, гипергликемия, повышение глюкозы. Адреналин, гормон стресса, усиливает мобилизацию гликогена для того, чтобы вбросить в кровь больше глюкозы, которая нужна для какой-то активной деятельности. И два интересных препарата центрального действия, не препарата, а вещества, соматотропный гормон и соматостатин, они влияют на функцию глюкагона и инсулина. То есть здесь, в общем-то, вот такой целый ансамбль гормональный. И очень легко его срывать, если питаться неадекватно, и очень сложно регулировать, если возникли какие-то нарушения. Но вы знаете, что диабет, сахарный, нарушение углеводного обмена имеет два типа. Первый тип инсулиновый очень трудно лечить. Второй тип, который без инсулина на таблетках, можно за какой-то период, там полгода, год, полностью привести в норму, даже если длительное заболевание. И липидный обмен – это жировой обмен. Тут я просто вот уже свежий слайд сегодня вставил, не успел его отрегулировать, отформатировать. Липолиз – это расщепление жироткани, липогенез – это образование. Он контролируется, липидный обмен, тоже по некоторым направлениям, гормональные процессы, нервная система и метаболические, то есть обменные факторы. Ну, если мы будем говорить о нервной системе, то помните, у нас был вебинар по стрессу, там мы разбирали функции симпатической и парасимпатической нервной системы, и специалисты отмечают, что у больных с ожирением есть нарушение в регуляции вегетативной нервной системы, активируется симпатическая нервная система, система, которая, ну, наиболее активна, например, при стрессе. О том, как на это можно повлиять с помощью ароматерапии, мы во второй части как раз поговорим. Гормоны инсулин и гликогон, они не только напрямую влияют на углеводный обмен, но они уменьшают потребность пищи. Если наступает чувство насыщения, значит меньше хочется потреблять, в том числе и жиров. Но очень важные местные два фактора, которые не так давно открыли влияние на липидный обмен, это вещество, которое образуют сами жировые клетки, оно называется лептин. Его сравнивают с действием гормонов. И он выделяется жировыми клетками и поступает в кровь и дает определенный сигнал в гипоталамус, это вот нервная структура, которая регулирует обмен веществ, и возникает ощущение, что человек достаточно сыт, и выделяются специальные нейропептиды. Нейропептиды – это белковые вещества в нервной системе. И данный сигнал организма, мозг расценивает, что в принципе уже наелся. Гормон сытости, так называют лептин, и не очень давно уже, после того, как лептин достаточно хорошо изучили, был открыт второй гормон, ну, у нас баланс везде, поэтому если есть гормон сытости, должен быть гормон голода. Оказалось, что есть такое вещество, назвали его грелин. И он как раз дает нам сигнал о том, что надо покушать, что я проголодался. То есть чувство голода возникает не только, когда снижается содержание глюкозы в крови, ну и вот когда появляется определенный уровень грелина, гормона голода. Но опять же, что интересно, парадокс, с которым еще разбирается, что у полных людей при ожирении гормона голода концентрация ниже, чем у более худых. Здесь еще очень много исследований проводится и будет проводиться, тема очень интересная. И момент, который имеет для нас с вами большое значение в плане регуляции дыхания. Мы говорили об этом на вебинарах о гипертонии, стенокардии, об аллергии в иммунитете, что есть такая очень простая молекула оксид азота, НО. Вот эта молекула имеет очень важные функции для регуляции нервной системы, сосудистой системы, кровоснабжения, но оказалось, что оксид азота, он усиливает поступление лептина внутрь клеток. Таким образом, он, в общем-то, влияет и на регуляцию обмена липидов. И как факт, о котором мы уже говорили на вебинаре по астме, что в полости носа образуется около 90% оксида азота. Также он образуется и в легких. И вот это соединение можно использовать для регуляции различных функций простым способом. Потому что в исследованиях было доказано, что концентрация оксида азота может повышаться в процессе определенной задержки дыхания. То есть если задержка дыхания 20-30 секунд, то идет на увеличение концентрации оксида азота в крови. А больше задержка уже не влияет на увеличение его концентрации. Ну, в этом какая-то разумность природы есть, потому что 20-30 секунд задержку могут дать многие, но она не вызывает каких-то резких изменений в самочувствии и в давлении. А длительные задержки – это все-таки удел молодых либо спортивных людей.
Это общие принципы регуляции на уровне системного уровня организма, но эти обмены веществ происходят в клетках. И вот там интересные моменты, которые уже приближают нас с вами к теме дыхания. Если мы говорили вначале о том, что есть метаболический синдром, который состоит из сочетания различных нарушений углеводного, липидного обмена, гипертонии и так далее, то есть такое понятие метаболический котел. Тут уж я все-таки специально схемку такую медицинскую вам поставил, чтобы было видно, что идет постоянное поступление в клетку и аминокислот, и жирных кислот, и компонентов белковых молекул аминокислот. И они вот здесь взаимно превращаются друг в друга. То есть наш организм способен балансировать, регулировать тот дисбаланс, если мы, скажем так, переели хлеба и не доели мяса, и наоборот. И вот этот биохимический цикл называется цикл трикарбоновых кислот, или по имени ученого цикл Крепса. Это наша с вами электростанция и пищеварительная, и пищеблок, где идет постоянный распад-синтез веществ, которые нам нужны, либо не нужны. И конечный продукт – это углекислый газ, отчасти вода. И именно здесь накапливаются компоненты в виде АТФ, аденозин-трифосфорная кислота, как основной источник энергии для наших клеток. И опять же, важна роль витаминов В1, В2, В6, ПП, пантотеновая кислота, но это все есть в нормальных продуктах, которые необходимы для успешного течения всех этих реакций. Но видите, как довольно часто проскакивает тут углекислый газ в клетке работает. Мы к этому подойдем. То есть углекислый газ, как компонент обмена веществ, является очень активным участником. Поэтому нужно уметь следить за дыханием, регулировать дыхание, чтобы содержание углекислого газа было, скажем так, достаточное, на уровне нормы. Вот немножко другая схема по этой теме. Это вот определенные разные формы молекул, это углеводы, это белки и жиры. Но что здесь нужно отметить, что цех химических реакций, она определяется и активностью ферментов, биосинтез и так далее, и зависит от содержания углекислоты и pH, кислотно-щелочного состояния в тканях. А на кислотно-щелочное состояние и на углекислоту, на ее содержание в клетках и в крови влияет наше с вами дыхание. Мы можем регулировать дыхание, соответственно, обеспечить стабильное состояние показателя pH, это соотношение кислот и щелочей, которое необходимо для оптимальной функции витаминов, ферментов, гормонов. Вот это очень интересная картинка. Что происходит внутри клетки? Наша с вами электростанция, где происходит биологическое окисление, она называется очень интересно митохондрия. Ее всегда рисуют в виде вот такой капсулы. Она имеет наружную внутреннюю мембрану. Здесь концентрированы ферменты. И вот здесь-то идет процесс биологического окисления. Плюс накапливается вот, АТФ-синтетаза, накапливается молекула аденозин-трифосфорной кислоты. И вся эта весь этот химический конвейер называется цепь переноса электронов. Ну, естественно, как продукты энергообмена, окисления и так далее, образуются ионы водорода, ионы H плюс ионы водорода и молекул углекислого газа, что и нужно для поддержания оптимального состояния кислотно-щелочного баланса. Вот немножко же в более примитивном варианте нарисована та же митохондрия, что имеется наружная внутренняя мембрана, имеются складки, где идут химические процессы. Дыхательная цепь здесь локализована. И вот что интересный момент, я специально отдельно выделил, что митохондрии, вот эти маленькие органеллы, могут изменять свою форму, перемещаться в те области клетки, где наиболее высока потребность в этих митохондриях. То есть там, где идут наиболее активные биохимические процессы. Насколько интересно работает клетка как самостоятельное государство. Когда начинаешь все это вникать, ты просто приходишь в восхищение того, что мы имеем, и с печалью смотришь, как люди не хранят свое здоровье, которое вот так вот уникально и интересно сконструировано. Но если говорить о важности дыхания и о функциях, то мы знаем, что кислород в основном используется для восстановления, 4 электрона присоединяет, образуется вода. Клеточное дыхание нам дает образование энергии и накопление в виде АТФ, рассеяние энергии в виде тепла, обогрев, образование веществ полезных клеток, синтез и уборка, очищение клеток от того, что уже отработало. Если в целом посмотреть на ресурсы организма, то оказывается, что резервы кислорода у нас с вами всего ничего, до 2 литров.
а ресурс углекислого газа как важнейшего метаболического фактора 123 литра. Это классическая таблица из одного фундаментального труда по физиологии дыхания. И если мы с вами, как вы помните, мы говорили, что на содержание кислорода в крови, на увеличение его концентрации мы повлиять в принципе особенно не можем. Природа нам уже дала максимальное поступление кислорода в кровь, чтобы мы не страдали, то качество углекислого газа зависит от качества нашего дыхания. Поэтому необходима регуляция дыхания. Сейчас еще немножко и на перерыв пойдем, чтобы нам не разрывать тему. Ну, если говорить в целом по биохимии углекислого газа, он участвует во многих метаболических циклах. Где идет углекислый газ, как важный момент? Глюконеогенез – это образование глюкозы из неуглеводных остатков. Липогенез – это образование жировых молекул. Аминокислоты, такие важные, как аспарген и глютаминовые, только при участии углекислого газа. Мочевина, а без нее мы никуда сразу отравимся, тоже требует участия углекислого газа. То есть 13 очень важных биохимических реакций требуют участия углекислого газа. Реакция называется карбоксилирование, то есть присоединение углекислого газа. И очень интересное вещество, которое крайне необходимо для того, чтобы эти реакции шли успешно и постоянно, это такое вещество называется биотин или витамин H или витамин B7. На нашей с вами счастье биотина очень много в продуктах и в печени, и в почках, и в сое, и в цветной капусте, и орехах. Ну и если у вас кишечник нормальный, то микрофлора этого биотина нарабатывает нормально. Единственное, что я отмечу, что содержание биотина страдает, например, при нарушении питания, когда люди используют сырые яйца. Вот в белке сырого яйца есть вещество авидин, оно биотин связывает, нейтрализует. Тогда нарушаются химические процессы, связанные с его участием. Поэтому гоголь-моголь оставьте в покое. Ну, а молоко и яйцо в виде омлета, как мы уже с вами говорили, на здоровье. Дыхание, очищение организма, оно как связано, что удаление из организма токсических соединений хорошо происходит, если они уже окислены, и если они окислены, то они хорошо растворяются в воде и быстро выводятся через почки. Второе, печень, наша метаболическая фабрика, она имеет определенное количество активных ферментов, называются они цитохромы, которые окисляют, оксигенация происходит самых различных токсических веществ. И обращаю внимание курящих или тех, у кого родственники курят, что никотин распадается в печени, поэтому люди, которые употребляют алкоголь плюс одновременно никотин, дают двойной удар по печени, она не справляется. Ну и удаление молочной кислоты за счет связывания ее в процессе дыхания клеток и связывания в том числе через углекислый газ, оно очень важно для очищения тканей при мышечной работе, для того, чтобы не было ацидоза. Это, наверное, первая часть, на которой мы сейчас остановимся и потом пойдем дальше. Итак, после перерыва продолжаем нашу с вами работу. Мы живем с вами, скажем так, благодаря обмену веществ и энергии. Процесс он происходит в клетках. Зависит он, прежде всего, от дыхания, потому что если не будет кислорода, то не будет окисления. А на процессах анаэробных, бескислородных, мы долго жить не можем. И если будет мало углекислого газа, если мы дышим плохо, то биохимия нарушается. И биохимия клетки, и показатель кислотно-щелочного равновесия. И вся эта химическая кухня, она определяется соотношением того, что мы съели, того, что мы выделяем, определяется качеством работы наших гормонов и, естественно, находится под управлением нервной системы. Кислотно-щелочное равновесие – это очень интересный показатель. Мы знаем, что есть определенная зона нормы, вот 7,35, 7,45, где-то в этой зоне комфорта считается. И в зависимости от того, как идут процессы окисления, очищения тканей, в зависимости от того, что и как мы кушаем, либо этот показатель в оптимальном диапазоне, либо идет закисление организма, либо защелачивание организма, и то, и другое рано или поздно может приводить к болезням и к смертельному исходу. Можно найти, просто тут у нас нет времени на этот момент, можно найти таблицы, где показан кислотно-щелочной состав продуктов. То есть практически нет продуктов, где были бы чистые щелочи, либо чистые кислоты, если это не химический раствор. В том же сале есть соотношение щелочных кислотных продуктов, в той же свекле, в той же морковке, в яблоках и так далее, и так далее. Это все в открытом доступе, при необходимости найдете. Но обращаю ваше внимание, что даже если по
поступлению кисло-щелочных продуктов диета ваша не сбалансирована, но вы умеете регулировать дыхание, то организм имеет определенные ресурсы для компенсации этих нарушений. Ну, наиболее известный всем такой классический пример из бытовой избыта нашего, это праздники, когда мужчина несколько больше употребляет алкоголь, и возникает нарушение кислотно-щелочного баланса, который, в принципе, если это не критическое состояние, организм выравнивает достаточно быстро. Но тем не менее, кислотно-щелочное равновесие определяется соотношением кислот и щелочей, и ацидоз, если много кислых продуктов, алкалоз, если много щелочных продуктов. И чтобы вот этот показатель был в оптимальном состоянии, есть так называемые буферные системы, которые смягчают колебания кислотности в тканях, в крови прежде всего. И кровь представляет собой такой раствор, который позволяет поддерживать кислотное число, основное равновесие, и использует организм 4 варианта буферных систем: бикарбонатная на основе карбонатных компонентов, фосфатная, белковая, вот необходимость белка для нормального питания и кислотно-щелочного равновесия, и гемоглобиновая. Но вы знаете, гемоглобин тоже белок. Но ведущей является именно бикарбонатная система, и это наше с вами счастье. Потому что она имеет емкость порядка 75%, то есть ведущая колоссальная по объему. Она имеет отношение даже и к регуляции показателей обликово-черепно-мозговой жидкости, но, что для нас важно и для этой темы особенно, что ресурс бикарбонатной буферной системы поддерживается за счет системы дыхания. И прежде всего концентрация углекислого газа, которая легко может идти на образование либо кислых, либо щелочных продуктов. И влияние кислотно-щелочного равновесия имеет значение не только для банального обмена веществ, но и состояния пациентов с онкологией. По данным исследователя, интересный исследователь, который так до сих пор еще не понят и не признан, Эммануил Ревичи, который, наблюдая за пациентами с онкологическими заболеваниями, определял, что у них есть явное изменение кислотно-щелочного равновесия. И даже он сделал такое наблюдение, что у пациента, если у них имеется сдвиг кислотно-щелочного баланса в щелочную сторону, у них более обычно вечернее время, а если в кислотную, то утром. Это на основе клинических наблюдений и практической работы. И там он уже определенную диету свою разрабатывал для пациентов в плане лечения и реабилитации. Непосредственно проблема, которая беспокоит больше всего медиков населения, это ожирение. Она имеет конкретное отношение и негативное влияние оказывает на дыхание. Почему? Потому что, во-первых, если избыточный жир, он прежде всего очень часто откладывается в области живота и в подкожной жировой клетчатке и внутри, висцеральный жир внутри брюшной полости. Это уже ограничивает экскурсию движения диафрагмы, поднимает ее, она меньше и слабее работает. Плюс по своей специфике жировые отложения способствуют усилению воспалительных процессов. При таком нарушении оптимальной работы диафрагмы и изменении ее положения ухудшается вентиляция, уменьшается объем резервных возможностей легких, чаще возникает бронхоспазм, это спазм бронхов. И нарушение вентиляционно-перфузионного баланса – это соотношение вентиляции и кровотока через сосуды, особенно в положении лежа на спине. Поэтому пациентам нужно определенные правила уже поведения знать для того, чтобы все-таки была лучшая вентиляция. Ухудшаются показатели вентиляции кровотока, соответственно, возникает кислородное голодание, уменьшается окисление жиров, и все остальные процессы приводят к тому, что возникает альвеолярная гиповентиляция, то есть уменьшение вентиляции альвеол. Соответственно, склонность к развитию воспалительных процессов, частых пневмоний, они более тяжело протекают. Это уже нарушение, скажем, дыхания на уровне функций легких. Поскольку дыхание необходимо регулировать, контролировать, то кратко посмотрим, какие наиболее известные варианты есть в плане регуляции дыхания. Ну, традиционные системы – это цигун, ушу, дзен, кшинь, пранаяма – это восточные системы. Они, в общем-то, имеют определенное значение и для регуляции газообмена, и влияния на метаболизм. Немножко об этом поговорим. Известные методики Кофлера, Лобанова, Бутейко, Буланова – задержка дыхания, волевые, длительные. Уменьшение минутного объемного дыхания – это наша отечественная технология, Стрельникова методика, все слышали.
оригинальной методикой ребрифинга Станислава Грофа, требующей специфических знаний и дышащее дыхание повело на носу. У меня программа, которую я назвал «Пневмобаланс. Регуляция дыхания и баланса в нервной системе». Как академическая дисциплина, это гипокситерапия, лечение с пониженным содержанием кислородов в отдыхаемом воздухе. И оригинальная методика Болифлекс. Ну, есть еще ряд методик, можно только по этим методикам 2 или 3 лекции делать. То есть, в принципе, мы видим, что выбор определенных способов воздействия на дыхание с аппаратом или без аппарата. Вот аппарат, например, дыхательный тренажер, он достаточно такой широкий. В принципе, это все не очень дорого и доступно для каждого. Нужно только понять смысл и назначение этих процедур. Ну, как правило, в основных системах регуляции дыхания базовым моментом является диафрагмальное дыхание. Мы об этом говорили не раз, поэтому кратко просто напомню, что диафрагма находится между грудной и брюшной полостью, расположена куполообразно, но, конечно, если жира много, то она вот уже плоско стоит. А в среднем экскурсия диафрагмы от 6 до 10 сантиметров. Чем лучше здоровье, чем лучше тренирована диафрагма, тем больше ее экскурсия. Это обеспечивает хорошее кровоснабжение легких и вентиляцию легких одновременно. И функции, кроме того, что она статически находится, разделяет грудную и брюшную полость, еще и важное значение, что она определяет функцию кардиоваскулярного влияния на кровообращение и работу сердца, и моторно-пищеварительную, то есть непосредственно сам себе процесс пищеварения на тонус кишечника. Потом диафрагмальное дыхание, оно является важнейшим фактором, просто элементом здоровья, независимо от того, какой у вас вес, нормальный, средний или даже слабый. Вот интересный момент, который был осмыслен только интересным ученым, Карл Тринчер, интереснейшая и биографию человека, это можно про него целый сериал снимать. Вот. Он доказал, что теплокровие обеспечивается нашими с вами легкими, и был установлен так называемый гипоксический парадокс. Оказалось, что если происходит кислородное голодание, например, кровопотеря, другие ситуации, сеанс гипоксиотерапии, то усиливается окисление жиров в легких. Это гипоксический парадокс. И окисление жиров как раз процесс образования тепла. А потом уже в дальнейших исследованиях было показано, что гипоксия как возможный вид тренировки адаптационных воздействий на организм. Даже в мягком режиме, интервальный режим, это значит подышал гипоксией, подышал обычным воздухом, позволяет снизить стрессовое влияние разных ненормальных диет, улучшает липидный состав крови, то есть жировой обмен, и уровень глюкозы. И один из эффектов этого состоит в том, что идет оптимизация инсулиновой регуляции обмена углеводов и улучшение гормональной рецепторной взаимодействия, то есть улучшается чувствительность рецепторов к инсулину и к ряду других гормональных веществ. Поэтому гипоксия формирует вот такой интересный адаптационный ответ организма в плане улучшения функции и на уровне клеток, и на уровне регуляции. Но наиболее такая показательная процедура гипоксиотерапии – это использование аппарата с кислородным концентратором с маской. Аппарат позволяет обеспечить определенную концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе постоянно и как бы его регулируя. И если начинается, может быть, с небольших дозировок гипоксия, может быть, 18-16% от обычных 21, то в конце может доходить до 15-12, в крайнем случае до 10, гипоксическая газовая смесь, ГГС-10. И вот эти циклы, что 5 минут подышал гипоксической смесью, 5 минут подышал воздухом, средний сеанс 25 минут гипоксии. Он обеспечивает улучшение работы капилляров, улучшение захвата кислорода клетками и так называемый механизм сверхвосстановления, то есть мобилизация защитных ослабленных сил организма и слабого иммунитета и нарушений метаболических процессов. Курс в среднем занимает не более 15 секунд. И что очень важно, что идет системное влияние и на обменные процессы, и на артериальное давление, и на сердечную мышцу, и на периферическое кровообращение, и улучшение синтеза оксида азота. Это вот хитрая маленькая вездесущая молекула оксида азота, она везде, как мы видим, себя проявляет. И тренировки гипоксического характера улучшают образование синтеза оксида азота. Мы помним, что оксид азота улучшает поступление лептина в клетке, значит, улучшает процесс усвоения и переработки жиров. Вот интересное исследование академика Гаджаняна о влиянии дыхательных упражнений на газообмен и косвенно уже потом на обмен веществ. По исследованиям пранаяма, это раздел хатха-йоги, знаете, идут определенные задержки дыхания в
Вдох может достигать 16, задержка 64, выдох 32 секунды. И оказывается, что вентиляция легких становится предельно малой, что обеспечит накопление углекислого газа в крови. Но если углекислый газ накапливается в крови, он накапливается и в клетках, и в тканях. И, соответственно, сопровождается легкая гипоксемия, снижение содержания кислорода в крови. То есть вроде бы идет пранаяма, а на самом деле сочетание гипоксии и гиперкапнии. Два эффекта тренирующих дыхания, улучшающих метаболизм состояния капилляров. Гимнастика Стрельникова. Это гимнастика, которая предполагает измененные фазы вдоха и выдоха. Короткий выдох. Вдох, как говорится, такой шмыгающий, если говорить простым словом. По наблюдениям физиологов оказалось, что при выполнении 1200 движений, это средняя нагрузка в этой гимнастике, напряжение углекислого газа поднимается до 48 мм, достаточно много, и возникает определенная гипоксемия, там порядка 15-16. То есть те же механизмы, которые задает аппарат гипоксический, например, но в произвольном режиме у вас в комнате на даче, не надо куда-то в медцентр ехать. Мы все слышали, что о пользе углекислого газа очень много говорил наш новосибирский ученый Бутейко. Очень примитивно подают метод Бутейко как метод задержек дыхания. Это совершенно не так. Метод очень полезный, простой и удобный, в принципе, если его понимать. Поэтому кратко мы о нем сейчас здесь посмотрим. Он полезен для пациентов с лишним весом, как способ саморегуляции тоже в любой ситуации. Причем незаметный, даже в метро можно делать. Если использовались какие-то тесты на остановку дыхания в методе Бутейко, то это тесты на оценку качества дыхания. Контрольная пауза. Когда человек после спокойного выдоха какое-то время не дышит и чувствует себя хорошо, никаких ощущений. Либо максимальная пауза, когда человек держит тоже с напряжением. Либо предельная, это задержка дыхания. Задержку дыхания в методе Бутейко никогда не использовали. Контрольная пауза оценивалась как критерий качества дыхания. Идеальный вариант, когда человек может минуту сидеть без напряжения. А максимальная пауза как резерв. Функция дыхания. В принципе, обычно максимально в два раза больше контрольная, поэтому если человек может без напряжения сидеть 60 секунд, это контрольная пауза, а с волевым усилием 2 минуты, это по критериям метода Бутейко очень хорошие показатели. Ну, в принципе, если заниматься дыханием до этого, по крайней мере, хотя бы до 40 секунд контрольной паузы дойти можно. Это определенным образом соотносится с содержанием углекислого газа в крови, об этом Константин Павлович даже там подавал потом материалы на патент. Вот изменение глубины дыхания, что если вы сделали контрольную паузу, вот чувство легкой нехватки воздуха, не более того. А если вы сделали максимальную паузу, то вот очень-очень трудно, потому что здесь уже накопился углекислый газ, не хватает кислорода, ощущение выраженной нехватки воздуха. А контрольная пауза – это чуть-чуть нехватка. Ну, вроде есть, вроде нет. Без напряжения. И пронаблюдав пациентов, Бутейко подал заявку, которую приняли для оформление патента на способ лечения гемогипокарбии. Гема – это кровь, гипо – это низкий, карбия – это углекислый газ. То есть состояние с низким содержанием углекислого газа. Если говорить по сути, то метод Бутейко не лечит какие-то отдельные узкие болезни. Это способ восстановления нормального содержания углекислого газа через регуляцию дыхания. Ну, естественно, если углекислый газ поднимается до нормы, то улучшаются обменные процессы в клетках, нормализуется кислотно-щелочное равновесие, значит, вся биохимия. Улучшается работа капилляров, тонус нервной системы, и многие проблемы постепенно уходят без лекарств. Но если болезни тяжелые, то, по крайней мере, они не прогрессируют так, как обычно, без поддержки через дыхание. И паузы во время тренировок дыхания использовались только для контроля дыхания, но не как тренировка. Вот здесь вы потом увидите где-нибудь рекламу метода Бутейко. Когда пишут и рекламируют метод Бутейко, почему-то показывают человека, который сидит с закрытым носом. Возникает вот такое искаженное понятие. Пауза всегда изменяется и применяется только для измерения дыхания. А сам по себе метод выполняется очень просто. Вы можете даже вот после нашего вебинара у себя попробовать, а потом если что-то напишите. То есть вы сели спокойно, без напряжения, но не сутулившись, развернувшись, потянувшись, и просто спокойно с закрытыми глазами посидели и почувствовали, как вы дышите, где у вас вдох, где у вас выдох. Вы настроились на дыхание. И когда вы уже почувствовали за 2-3 минуты свое дыхание, после спокойного выдоха вы просто останавливаете дыхание, не обязательно закрывать нос. Какое-то время, 5, 7, 10, 20 секунд, кого какое здоровье, сидите без напряжения. А потом появляется чувство, что как будто не хватает воздуха, это накопился углекислый газ, он раздражает рецепторы.
И когда появилось ощущение нехватки воздуха, вы начинаете дышать, но видите, не так активно, как до, а на 15, на 10-15% меньше. Короче, вдох-выдох, короче, вдох-выдох. Оно немножко может учащаться, дыхание, но вы уменьшаете и вдох, и выдох, чтобы это ощущение нехватки воздуха, которое говорит о накоплении углекислого газа, оно у вас оставалось. Оно обычно ощущается за грудиной. Ну, вы знаете, когда очень быстро идешь, не разогнался, то чувство нехватки воздуха, как раз вот легкое спирание за грудиной появляется, это примерно одно и то же. То есть, по сути, вы стараетесь немножко не додыхивать на вдохе и на выдохе. При этом появляется чувство небольшой нехватки воздуха и, может быть, легкое сосредоточение, легкое, как бы, легкое головокружение, чувство. Особенно интересно отмечает пациент, у которых холодные руки, ноги, потеплели руки. То есть, капилляры открываются и улучшается кровоток. Какое-то время, например, 5 или 10 минут сидите на малом дыхании, потом спокойный вдох-выдох. Сделали контрольную паузу, посмотрели, как она увеличилась, либо нет, и опять на малом дыхании сидите. То есть, в принципе, все сводится к тому, что вы учитесь уменьшать вдох и выдох, периодически делая паузы, как средство контроля над дыханием. Ничего зумного, ничего сложного, в принципе, если понять и попробовать. Но обычно через неделю, если помаленьку заниматься, многие уже попадают в метод. Единственное, что первые занятия не делайте большие, ну, минут 5, 7, 10, не больше. Нужна адаптация дыхательного центра к новым условиям дыхания. Если говорить о формулировках, то вот есть способ, это регуляция дыхания, способ ЛГД, есть метод. Способ это уменьшение глубины дыхания, например, насморк, головная боль, зубная боль, давление поднялось. И когда вы научились, например, уменьшать головную боль, кожный зуд, что-то еще, затруднение своего дыхания, тогда уже переходите к регулярным тренировкам, например, минут 30. Я когда-то занимался по часу, но очень тяжело устаешь, 30 минут уже нагрузка большая. Это как воздействие на функцию дыхания, уменьшение глубины дыхания, тренировки. А сам по себе метод ВЛГД, метод Бутейка, это регуляция дыхания и формирование программы здоровья, где устраняется прежде всего переедание, фактор углубляющего дыхания, гиподинамия, вредности всякие и прочее, прочее, прочее. То, что возбуждает дыхательный центр, нарушает кислотно-шерстное равновесие. Но если начинаешь заниматься дыханием, то постепенно уже видишь, что как-то меньше хочется кушать, меньше тянет на сладкое, даже если стрессы есть, организм подстраивается под новое состояние, которое ему более приятно. В этом определенный плюс, что естественным образом идет перестройка привычек. Как очень простой, современный, эффективный, доступный для каждого и проверенный временем способ регуляции дыхания и влияния метаболизма. Это наш с вами дыхательный тренажер Фролова. Его модификация 2005 года ИТИ и ингалятор-тренажер индивидуальный, где имеется наружный контейнер, внутренний контейнер. Внутренний контейнер имеет три уровня, дно такое, как три ступеньки с отверстиями для циркуляции воздуха. Сюда заливаете воду, идет тренировка дыхания. Это основное назначение, как тренажер. Сюда же можно использовать, заливать отвар лекарственных трав, ингаляцию делать. Есть насадка для эфирных масел, ароматические ингаляции. Это расширяет возможности лечения, реабилитации и профилактики. Заливаете воду, выполняете дыхание с длинным выдохом. 10, 20, 30 секунд, может быть 50. У меня вот сейчас прислал пациент из Краснодара отчет. У него инфаркт был тяжелый больше года назад. Он сейчас уже почти год занимается. У него выдох до 50 секунд. И данные кардиограммы, и данные УЗИ сердца показывают, что в той зоне, где раньше были серьезные изменения после инфаркта, сейчас гораздо лучше кровоснабжение. Ну и человек, в принципе, физически очень стал активным. Не то, что раньше боялся ходить. Когда мы с вами делаем вдох-выдох через воду, то формируется состояние, когда немножко снижается содержание кислорода, если мы делаем длинный выдох, не 5 секунд, а 15-20. Идет периодическое накопление углекислого газа, гиперкапнические тренировки. То есть то, что там вот в йоге, например, только что мы говорили, физиологи описывали здесь, формируется таким более простым способом, без напряжения. И позволяет использовать достаточно широко, даже с 4-5-летнего возраста, не говоря о пожилых людях. Курс занимает в среднем 3-6 месяцев ежедневных занятий, а потом все-таки профилактика необходима. Если профилактикой не заниматься, здоровье уходит, болезни приходят. Поэтому профилактика 2-3 раза в неделю, минут по 30. Идет диафрагмальное дыхание с длинным выдохом. И это дает эффект хорошей релаксации, расслабления, особенно удобно вечером перед сном.
Несмотря на простоту прибора и методики, мы видим, что работает фактор легкой гипоксии, накопление углекислого газа, что-то от метода БТ, как гиперкапния, сопротивление на вдохе, на выдохе, что хорошо расширяет бронхиолы и альвеолы. Помните, мы говорили, что у полных людей альвеолярная гиповентиляция, у них хуже проходимость бронхов, хуже вентиляция альвеол. То есть здесь, когда идет выдох через воду, как раз альвеолы начинают расправляться, останавливается нормальный газообмен, нормальное поступление кислорода в кровь. Флаттер – это вибрация, что очень важно, чтобы та слизь застойная, которая при плохой вентиляции легких на фоне ожирения накапливается в бронхах, начинает лучше отходить. Расслабление дыхания на фоне диафрагмы и уменьшение частоты дыхания, что очень важно для регуляции вегетативной нервной системы. Вот это все в простом способе, оно здесь вот так вот сконцентрировано. Имеет свои определенные позитивные моменты. И ну, один пример, чтобы не быть голословным, это пример из моей практики. Это мой пациент, с которым мы уже года три общаемся. Уже не по поводу болезни, потому что он родственников подключил к дыханию, друзей и так далее. Он лежал в санатории Барвиха. Управление делами президента по поводу нарушения дыхания во время сна, апноэ сна, ну храп, простым словом. Это часто бывает накопление избыточного веса, проблемы параллельно идут, а апноэ во время сна ухудшает метаболизм. После консультации со специалистом у себя в отделении, можно или нет ему заниматься дыханием, он нашел меня, мы с ним общаемся только по интернету, вот краткие первые успешные шаги, потом они уже так стали нормой. Рост 180, вес 135. Я просто не могу представить, потому что у меня 180 на 80, это если на меня 55 килограмм положить, так я сяду и не встану. Человек с таким грузом ходил. 16 апреля еще в санатории Барвиха он начал заниматься. По интернету мне стал отчет. И вот смотрите, пошло всего лишь, да даже меньше месяца, 11 мая. Пишет о том, что спокойно нажался 30 раз, поднялся на 7 этаж без лифта, без одышки, а раньше не мог до второго этажа добраться. Прошло 6 недель, 30 мая. Худею, 14 килограмм за полтора месяца убрал, ничего сверх не делаю, то есть никакой жесткой диеты. Просто сказано было до 7 что-то легкое покушать, потом не напрягайся, утром 30 минут дыхания в покое, вечером 30 минут дыхания, нормально. Пошел в бассейн, спокойно пролетел 500 метров в бассейне, не могу найти других слов, именно пролетел, никакой одышки и полное ощущение мышечной радости. То есть вот то, что заработали хорошо капилляры, пошло хорошо питание, а метаболизм мышечной ткани, он пошел в бассейн и действительно пролетел этот бассейн, а не прополз. Это пример именно восстановления дыхания через регуляцию дыхания на тренажере. И восстановление дыхания как базис, фундамент улучшения метаболизма. Очень часто стресс является тем фоном, либо той ситуацией, когда нарушается метаболизм в разных планах, в том числе и к диабету может приводить не только к нарушениям жирового обмена и накоплению лишней массы тела. Вот как показали интересные исследования, нашел это в диссертациях психологов и диетологов, что реакция на стресс, она вызывает внутреннюю мотивацию как способ выхода из стресса. Ну, такими способами является прием алкоголя, курение, прием наркотиков. И как вариант, это гиперфагическая реакция. Гиперфагия – это избыточное потребление пищи, ну, как говорят пациенты, просто жор. Желание сытно поесть, чтобы успокоиться. Это связано с тем, что нервная система в состоянии стресса берет на себя нагрузку симпатический отдел. Он мобилизует нас, все резервы наши берет. А потом надо как-то отдохнуть, а нервы человек не умеет успокаивать. А когда человек начинает кушать, то включается, повышается активность парасимпатической нервной системы, значит снимается напряжение с мобилизующей симпатической. Вроде это дает какое-то ощущение комфорта, успокоения, но вот здесь нужно понять, что один раз поел, успокоился, второй раз поел, успокоился, и переедание становится источником положительных эмоций, вариантом адаптации. А где-то поругался, остался, опять пошел, поел. Приходится уже в такую патологическую привычку, рефлекс. И как отмечают психологи и специалисты по патологии поведения, аддиктивное поведение. Потребление жирных и сладких продуктов идет к настоящей зависимости, активируя выработку гормона дофамина, помните, мы о нем говорили, он один из трех. Серотонин, дофамин и эндорфин – это ощущение счастья. Точно так же, как при приеме наркотиков. И вот доктор Хаббель из Принстона показали, что нейромедиатор вызывает не только ощущение удовольствия, но и чувство непреодолимого влечения к любимым лакомствам. Поэтому вот здесь нужно всегда быть начеку. И если уж прошел стресс, то может быть день-два как-то что-то пищей закусил, а потом надо заниматься уже более серьезной нейтрализацией вредных последствий, чтобы не дойти до такой зависимости.
с последующими заболеваниями. Здесь нам с вами дыхание и помогает. И ароматерапия. А как влияет дыхание в ситуации стресса? Это вот исследование из диссертации. Я специально ссылку на диссертацию привел, чтобы все было достоверно. Что урежение дыхания до 6 циклов в минуту, то есть дыхательный цикл 10 секунд, 6 дыханий в минуту, снижается напряжение регуляторных систем и усиливается парасимпатическое влияние. То есть регуляторная система в напряжении – это симпатическая система, стрессовое состояние. Через дыхание мы убираем это напряжение, включаем парасимпатику, что нам и нужно. И улучшается соотношение респираторно-кардиальный коэффициент. Это соотношение функции и качества работы легких и сердца одновременно. Это очень важная тема, у кого есть склонность к гипертоническим реакциям, либо проблемы с нарушением ритма сердца. Через дыхание это можно нейтрализовать. Ну и как простой вариант подобной практики, я в своей книге описывал, здесь кратко вам конспект дадим. Это регуляция дыхания, которую я для себя назвал пневмобаланс, потому что регулируя дыхание, мы через дыхание, через пневматику улучшаем баланс многих функций, в том числе нервной системы. Ну и два простых бытовых способа, которые я описываю, это двухфазное дыхание, удлинение фазы вдоха и выдоха постепенно, не спеша, лучше иметь табличку какую-то для работы. Либо трехфазное, когда мы делаем с вами определенный длинный и медленный вдох, медленный длинный выдох и какая-то пауза после выдоха, как фаза отдыха. Это трехфазное дыхание. Если мы делаем двухфазное дыхание, то выдох идет у нас так, что выдох в конце концов заканчивается поджатием живота. Довольно хорошо живот поджимаем. Если трехфазное, то выдох спокойный, живот останавливается где-то в среднем положении. Вот две разницы. Двухфазное мы делаем вдох, медленный длинный выдох через нос, либо через сжатые губы с сопротивлением, хорошо поджимая живот. А трехфазное мы с вами делаем вдох, медленный-медленный выдох, например, 5,5 и пауза, примерно 3-5 секунд. Но живот в этом положении не напрягается. 2-3 упражнения вечером, и у вас все получится. Но при этом получаем немножко разные физиологические эффекты. Для того, чтобы не путаться и получать хорошие эффекты, нужно контролировать дыхание. А у нас есть на сайте, это сайт дыхательного тренажера, очень хороший таймер, где можно включать фазы вдоха-выдоха и не считать по секундам. Смотришь на цвет. Желтый-зеленый, вдох-выдох. Положение удобное в кресле, либо лежа на боку, пожалуйста, на здоровье, особенно если со спиной проблемы. И очень важный момент, который отмечает во многих описаниях различных систем регуляции дыхания. Секреция вацигун кончик языка на альвеолах. Мы об этом еще немножко коснемся в следующей методике, что для того, чтобы хорошо регулировать циркуляцию энергии по меридианам, кончик языка за верхними зубами к альвеолам поджимаете, чтобы закрывался чудесный меридиан. Ну, если будет у вас музыка и ароматерапия, только на пользу. И влияние вот этого дыхания на вегетативную нервную систему, на баланс, можно, например, было оценить, используя аппарат Ведопульс, вам известный. Вот я специально тогда сделал, еще когда работал по теме стресса, что вот это было до дыхания, вроде бы баланс неплохой. Но когда мы всего лишь 5 минут подышали, вдох 5, выдох 10, было 4 дыхания в минуту, видим, что баланс стал еще лучше. Вообще, можно сказать, идеальное соотношение симпатики, парасимпатики. Как говорят, эутония, равномерный тонус. Интересная методика, которая близка к тому, что я вам сейчас из своего опыта описал, это, как китайцы назвали, интересно, дзянфэй, в переводе на русский называется «сбросить жир». Там предлагается три комплекса, вернее, три упражнения последовательно выполнять. Это волна, лягушка, лотос. Что отмечают китайцы, что при выполнении упражнения волна исчезает чувство голода. Ну, в принципе, вот видите, все очень просто. Человек лег на спину, свободная одежда, ноги слегка согнуты в коленях, руки на грудной клетке, одна, вторая на животе для контроля дыхания. И на вдохе немножко расширяется грудная клетка, но в положении лежа это не опасно. При выдохе наоборот, надувается живот. Это вот специфика такая этого упражнения. Так что движение груди и живота волнообразно идет, то есть дыхание медленное.
И, как они пишут, до 40 полных дыханий. Ну, так вот я примерно смотрел, ну, примерно где-то 5 секунд вдох, 7 секунд выдох, вот такое где-то вот оно идет, чтобы было хорошо, комфортно. Можно, если вы научились сначала делать его положение лежа, можно потом учиться делать сидя, при ходьбе, как говорят, при велосипеде, но все-таки хотя бы в спокойной ходьбе. И момент второй, что только тогда, когда появляется чувство голода, как компенсация. Не специально, не в спокойном состоянии. Такое противодействие, антиголодное упражнение, скажем так. Второе, одно из базовых упражнений Дзенфэя, это упражнение лягушка. В принципе, сидим удобно, без напряжения. Женщина левую кисть сжимает в кулак, правый бок обхватывает кулак, мужчина наоборот. Локти поставили, голову на кулаки установили, то есть, в принципе, снимается напряжение скелетной мускулатуры, снимается напряжение шейного отдела, который часто у нас с вами напряжен из-за нашей работы либо поведения. Успокоили мысли и делайте спокойный вдох. Но здесь уже идет дыхание диафрагмальное. То есть делайте спокойный вдох, как бы проводя дыхание в живот через нос. И расслабленный выдох через рот. Но я всегда говорю, что не открывайте рот широко, слегка сжатые губы, чтобы не было резкого перепада углекислого газа. И цикл. Выдох, вдох на 2 секунды, опять замерли, опять выдох. То есть здесь небольшая пауза после вдоха на пару секунд, как переход к медленному расслабленному выдоху. Но опять же получается, что где-то если мы возьмем вдох 2, пауза 2 и выдох 6, уже 10 секунд, 6 дыханий в минуту, не меньше. То, о чем мы говорили, для регуляции вегетативной нервной системы. И порядка 15 минут это упражнение занимает, но потом рекомендуется сразу не вставать, поднять голову, потереть ладони, немножко помассировать скальп, почешите голову, как они пишут, и потом уже включаетесь. Но если у женщины менструальный период, то это упражнение не рекомендуют, потому что все-таки активное движение животом, диафрагма несколько влияет на состояние положения матки. Тогда либо в продолжение лягушки, либо вместо лягушки, если критический период, идет упражнение второе базовое под названием лотос. Либо сидя как в положении упражнения лягушка, либо если получается сесть в позу лотоса. Сели спокойно, без напряжения, подбородок опустили. И вот видите, кончик языка поднимите кверху, коснитесь им к небу. Это вот упражнение, положение кончик языка на альвеолах. Замыкаем чудесный меридиан. Сначала посидели, успокоились, глубоко вздохнули, на выдохе расслабились, настроились только на дыхание, забыли про все и про всех, есть только вы и дыхание. И первый этап 5 минут. Глубокое, длинное, легкое, ровное, естественное дыхание с очень медленными фазами вдоха и выдоха. Грудь и живот не должны заметно подниматься, опускаться. То есть медленно, равномерно, без лениво, скажем так, дышим. Но не так ограничиваем, как бутылка, просто лениво, оно становится медленным, длинным. Идет релаксация неизбежно. В многих во время хорошей релаксации появляется сама спонтанная пауза в дыхании. Если она появляется, делайте. Если не появляется, специально не включайте. После этого второй этап. Уже даже не думать о дыхании, просто оно идет само по себе равномерно. И третий этап, ну тут, по сути говоря, в состоянии уже легкой медитации, легкого транса, тоже минут 10-15. То есть, в принципе, если минут 20 себе уделить, первый этап 5 минут настройка, концентрация на ровное дыхание. Второе это уже ощущение контроля над дыханием, но вне дыхания. Третье уже состояние вот такого полусна, полутранса с хорошей релаксацией. Эти упражнения, в принципе, они совершенно физиологичны, они допустимы при занятиях в любой ситуации. Даже вот, я так физиологию этого процесса снял, даже у женщин с беременностью они могут, в общем-то, использоваться как лечебная физкультура для хорошего газообмена и хорошего антистрессового состояния. Так. У нас просто времени мало. Ну вот апнеобаланс, двухфазное, трехфазное дыхание, это как раз то, что антистрессовый эффект, накопление углекислого газа в паузе, накопление оксида азота во время небольшой паузы. Это все физиологические эффекты, которые в дзенфе и апнеобалансе, в принципе, не одинаково проявляются.
То есть можно сказать, как все дороги ведут ритм, так и все физиологические системы регуляции дыхания ведут именно к стабилизации и нервной системы, и обменных процессов. И теперь мы подходим к очень важному моменту. Это регуляция обменных процессов и нервной системы через ароматерапию. Ну, вот мы упоминали, помните, гипоталямус, когда говорили там про дофамин, серотонин и так далее. Пятая цифра гипоталямус, вот этот наш с вами регулятор метаболизма веществ. Но в целом он является частью так называемой интересной системы, она называется лимбическая система, слово лимб-круг. Это комплекс нервных структур, который соединяется с лобной долей, с корой головного мозга, который дает уже определенную трактовку эмоций. И он включает в себя те структуры, которые определяют нашу вегетативную внутреннюю жизнь, висцеральный мозг. То есть внутренний орган – это висцерум, висцеральный мозг. Это комплекс, который определяет обмен веществ, регуляцию через нервную систему. Цикл сон-бодрствования влияет на память, отчасти на сексуальные функции. Это древняя такая структура, которая работает в определенной мере автономно. Но она, эта структура, она связана с обонятельной луковицей. Это вот здесь обонятельная луковица. Это такой первый нервный узел обонятельного тракта, который соединяется напрямую с рецепторами, которые находятся вот здесь у нас в полости носа. Верхний и средний носовой ход, их отделы задние. Здесь у нас находятся нейроны, которые получают информацию о запахах окружающих нас, моментально передают ее на луковицу, а от луковицы импульсы идут по висцеральному мозгу, по лимбической системе, вызывая определенные ответные реакции. И из опыта аюрведы, как древнейшей системы оздоровления, и из опыта классической медицины, в которой сформировалось понятие аромология и ароматерапия, известно, что запахи оказывают специфическое влияние на эти нервные центры, а через них на процессы, протекающие в организме, в том числе и на обменные процессы. Вот такая интересная схема. Может быть, она вам знакома, напомним, что вот у нас обонятельный процесс начинается здесь, идет в лимбическую систему, вызывает ответные реакции. И либо нам что-то нравится, либо не нравится, либо мы используем запахи целенаправленно для того, чтобы улучшить здоровье, профилактировать болезни, либо мы вслепую что-то нюхаем, что-то получаем, что-то нет. Но вы помните, что мы говорили, что при нарушении метаболизма, особенно при ожирении, увеличивается тонус симпатического отдела нервной системы. Поэтому эфирные масла желательно все-таки подбирать с учетом состояния нервной системы. Это можно в домашних условиях достаточно верно. Это тест, который используют неврологи. Оценить, использовать этот индекс. Вегетативный индекс Кергол, это по имени автора, где вы используете показатель нижнего давления диастолического, тонометром определить без проблем, АД диастолическая, дробь, пульс, пульс тоже умеете считать, умножить на 100, это задача для второго класса, наверное, сейчас школьники быстро учатся. Поэтому есть показатели, где можно говорить о том, что преобладает симпатическая нервная система в состоянии близком к стрессу, либо парасимпатическая, наоборот, слишком расслабленная, либо баланс хороший. И когда посмотрели вот этот показатель, тогда уже смотрите, что вот есть эфирные масла, это я нашел в диссертации, которые для регуляции вегетативной нервной системы можно использовать. То есть, если симпатический отдел вегетативной нервной системы преобладает, то эфирные масла мята, лаванда, роза, она дороговата, но кого-то может есть укроп, фенхель. В принципе, масла близкие по значению. Если парасимпатическая нервная система, то масло розмарина. Мы о них поговорим подробнее. Ну и всем известные шалфей, пихта, эвкалипт. Если вы решили заняться ароматерапией, проведите небольшой тест на аллергию и токсичность. Ну, это просто провести несколько вдохов-выдохов, минутку-полторы поингалировать. И, может быть, через 2 часа, если никаких неприятных ощущений в органах дыхания нет, то на кожу нанесли, на запястье. И еще пару часов посмотрели. Если ни в дыхательной системе, ни на коже никаких признаков раздражения не будет, значит эфирные масла для вас не опасны. Влияние запахов на
метаболизм освоения пищи известно нам по нашему самому обычному кулинарному бытовому опыту. Заходя на кухню, уже знаем, что готовится, нравится, не нравится, хочется, не хочется. И благодаря обонянию человек получает более половины информации о составе пищи, о качестве ее, о полезности. И интересный ученый Алан Хирш из Чикаго, невролог, стал исследовать вопрос влияния запахов, восприятия пищи, влияния обоняния, качества обоняния, прежде всего, на усвоение пищи. И оказалось, что многие пациенты с ожирением имеют плохое обоняние, и есть в то же время группа запахов, которые позволяют при ароматерапии уменьшать аппетит, а значит, можно использовать комплексом лечения ожирения. Я эти масла проверил по разным справочникам, учитывая, что все-таки аюрведа предполагает, что эфирные масла имеют специфические свойства, и они могут взаимно друг друга усиливать или нет. Я сделал очень такую краткую, полезную, доступную для всех таблицу об этих эфирных маслах и об их особенностях. То есть эфирные масла, которые могут снижать аппетит, и насколько они совместимы. Вот если брать по лидерам, это группа цитрусовых, она так у Хирша и написана, цитрусовые, но это обычно апельсин, лимон, мандарин, грейпфрут. Это сочетание лаванда, корица, мята, розмарин. Поэтому, в принципе, ну, корица, может быть, не всегда можно найти, а лаванду, мяту и розмарин найти можно без проблем. Но также хорошо работают сосна, эфирное масло, перец черный, мы о нем еще поговорим, интересное масло. Я его использовал для борьбы с курением, мускатный орех дефицитный, дороговатый можжевельник, тоже найти без проблем. И вы видите, что вот красными крестиками отмечена совместимость их. Но какие особенности есть у этих масел, чтобы можно использовать с учетом своих каких-то индивидуальных особенностей, болезней и так далее, и так далее. Лаванда – одно из самых интересных, любимых масел. Конкретно пишется, что нормализует липидный обмен, снижает коэффициент атерогенности, это ненормальное соотношение липидов при атеросклерозе. И в эксперименте показано, что лаванда способна очищать аорту от атерогенных бляшек. Ну, естественно, гемодинамика головного мозга, параметры работы сердца, сосудов, ишемическая болезнь и так далее. Это то, что касается липидного обмена и сердечно-сосудистой системы. Второй момент – лаванда. Мы об этом говорили в лекции про иммунитет. Большое влияние оказывает на иммунную систему в плане восстановления ее после химиотерапии, при иммунодефицитных состояниях, после облучения, повышает резервные возможности костно-мозгового кроветворения. Поэтому идет очень хорошо в комплексе лечения всех респираторных заболеваний, включая туберкулез, вторичные иммунодефициты, радиационные поражения, ну, РЗ-грипп – это уже само по себе элементарно. И еще большой плюс у лаванды, что она дает эффект нам хороший противовоспалительный, нормализует состояние сурфактанта легких, что важно, если у пациента с лишним весом страдает легочная ткань. И расслабление при стрессе, усталости, при депрессии, улучшение настроения, успокоение при гневе и повышенном давлении. То есть вот такое регулирующее влияние и на иммунную систему, и на обменные процессы, и на нервную систему. Поэтому опытные специалисты по ароматерапии конкретно говорят, что эфирное масло лаванды должно быть в каждой домашней аптечке, пригодится на всех случаях жизни. Из истории ароматерапии известно, что ароматерапию во Франции начал развивать Рене Готефос, который лично убедился, что применение эфирного масла лаванды наружно при ожоге позволило ему очень быстро залечить довольно тяжелый ожог. И человек из случайного наблюдения стал уже развивать научное направление и, в общем-то, вошел в классику ароматерапевтов. Так, лаванда масло доступно, найти его без проблем. Мята. Тоже масло всем известное. Касаясь метаболизма, положительно влияет на липидный обмен, нормализует показатели холестерина и бета-липопротеинов, индекс атерогенности, то же самое показатель нарушения липидного обмена снижает в 2 раза, снимает боль в сердце, нормализует показатели кардиограммы. И с учетом исследований по аюрведе отдельно отмечается, что охлаждает пищеварительный огонь. Ну, короче говоря, просто обжорство снижается.
Корица, масло интересное. В принципе, я его видел у нас в Новосибирске. Много свойств полезных, но что тут можно отметить? Успокаивающее, что нужно, если у человека есть страсть уже к перееданию. Помогает даже при передозировке алкоголя. И, что важно для борьбы с лишним весом, с курением в том числе, укрепляет силу воли. Это важный момент, потому что все-таки пищевые привычки – это поведение определенное. И зависимость, она все-таки вот, бывает очень коварной. Розмарин, эфирное масло очень интересное. Опять же, снижает уровень липидов, содержание липопротеидов, повышает фракцию холестерина, если они снижены показатели, улучшает мозговое кровообращение. Ну что, я обращаю внимание, не рекомендуется розмарин при гипертонии, потому что давление повышает, ну, значит, при низком давлении, наоборот, полезно. Легочный антисептик, очень важен для профилактики лечения заболеваний при нарушении вентиляции и при ожирении. И интересный момент, снимает напряжение, проясняет ум, улучшает память. Очень много полезных свойств, но, естественно, сочетается с многими эфирными маслами из группы снижающих аппетит. Поскольку аюрведа уделяет определенное внимание сочетанию масел и влиянию их на разные доши при разных конституциях, вот вам такая интересная таблица по влиянию на разные типы конституции, мы видим, что в основном масла, которые работают на снижение аппетита, они очень интересно влияют на питу, они как бы немножко ее могут усиливать. И в списке, который дал Алан Харш, этих масел, там я не нашел масел, регулирующих баланс в целом, но опять же по опыту и по исследованиям я нашел и вам отметил, что эфирное масло фенхеля, оно оказывает гармонизирующее действие на все доши, независимо от баланса. Ну, сочетается с лавандой и берем апельсином. И лаванда эффективно действует почти при всех разновидностях дисбаланса. Поэтому, если вам все-таки есть необходимость активно включить ароматерапию в коррекцию метаболизма, особенно при повышенном весе и аппетите, то в комбинацию включайте фенхель, включайте лаванду, включайте, ну, наверное, мяту и розмарин. Вполне хороший букет 4. Можно цитрусовые что-то. Ну, цитрусовые, вот, апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин, они, в принципе, примерно одинаковы по своим эффектам, но наиболее интересен вот, грейпфрут, потому что он влияет на синтез нейромедиаторов, то есть факторов, влияющих на работу нейронов. Как можно использовать эти моменты для рецептуры, для ароматерапии? Бегать с какой-то аромалампой по офисам, по метро не будешь. Наши исследования позволили сделать вот такую портативную разработочку. Берете в аптеке ингалятор эфирных масел от насморка, ингалятор для носа Dolphin. Там стандартные закладки, их можно вынуть. Здесь донышко снимается. Делаете свой новый вкладыш, например, из ватки, ватно-марлевый тампончик. Туда накапали, ну, капель по 20, например, 3-4 вида масла. И, пожалуйста, вот эти насадочки, они хорошо подносятся к носу. Вы проводите ароматерапию через нос, потому что наиболее полный эффект действует. Когда мы проводим ароматерапию через нос, то задействуем обонятельные рецепторы, которые напрямую действуют на лимбическую систему. Помните, мы вот смотрели только что в голову в разрезе. Вот на эти нервные структуры через обоняние запахи оказывают специфическое действие, изменяя регуляцию через нервную систему и определенным образом немножко меняя и обменные процессы на уровне тканей, потому что эфирные масла, они всасываются через слизистые оболочки и некоторое время работают, циркулируя в крови по тканям. Это как вариант ароматерапии для тех, кто зависим от курения. Это разработка, которая показала себя хорошо как способ снижения табачной зависимости. Аналогичный по конструкции ингалятор называется антифьюм, он есть в аптеках медтехники, который прежде всего для лечения заболеваний, связанных с табакокурением, но и чаще заболеваний органов дыхания. Не рекомендуется только беременным детям до 7 лет при эпилепсии. Состав очень интересный. Состав интересный, сбалансированный, счастье по эффектам с учетом аюрведы. Масло эфирное, перец черный. Помните, мы смотрели в таблице, написано, что оно снижает аппетит. Оно еще хорошо влияет на вегетативную нервную систему и уменьшает зависимость от никотина. Масло эфирное, базилик, имеет массу эффектов, но одно из эффектов, который отмечает аюрведа, базилик проясняет ум и улучшает обоняние, которое куличка у всех снижено. Плюс нормализуется индекс атерогенеза, то, что нам с вами нужно для улучшения липидного обмена. Это первые два компонента. Еще два компонента. Это экстракт фенхеля, антидот алкоголя и никотина, что очень важно для женщин, снимает неприятное ощущение предменструального синдрома и менопаузы. Это очень важно, курящих женщин очень много.
И углекислотный экстракт листьев табака, который дает эффект легкой отдушки. Поэтому ингаляция проводится в любое время, хоть в вагоне метро, хоть в электричке, хоть в театре, хоть на лекции студенты могут делать. И постепенно уменьшается зависимость от курения. Если есть необходимость использовать дома, можно использовать вариант с нашим ингалятором запахи здоровья, который позволяет раздельно заносить эфирные масла. Вот здесь специальная насадочка, куда эфирные масла уже закапываются по отдельности. Если масло хорошее эфирное, то можно пройти холодную ингаляцию, не обязательно наливать горячую воду, хорошее эфирное масло само хорошо испаряется. Ну, можно для подогрева, чтобы влажным воздухом дышать, налить горячую воду в стакан, сюда закапать эфирные масла и масочка, которая закрывает рот и нос, и делать ингаляцию через рот и через нос одновременно. Для того, чтобы оказать местное действие на слизистую оболочку. Если горло не болит, если с насморком проблем нет, тогда чисто вдох и выдох через нос. Хорошая ароматерапия, но ароматерапия это медленный вдох, примерно 5 секунд, небольшая пауза после вдоха, 3-5 секунд и спокойный выдох. Это немножко напоминает одно из упражнений Дзянфэй. Помните, там была пауза после вдоха 2 секунды. В таком случае сеанс ароматерапии дополняется сеансом регуляции дыхания, мы получаем двойной эффект влияния на нервную систему и на метаболизм. И еще одна наша важная тема в плане поддержки хорошего обмена веществ – соя, которую немножко сдвинули с рынка. В свое время на Сибирске было можно свободно купить сое молоко. Я всегда брал и различные продукты, тот же соевый сыр. Потом это вот чуть-чуть сдвинулось в меньшую сторону доступности. Ну, найти можно. Тут что отмечать? Это опять же по диетологам. Перевариваемость сои примерно 91%. Это очень хорошо. И усвоение белков, жиров, углеводов высокое. 70-80-90%. Уникальный аминокислотный состав. Что отмечено в серии документов Всемирной организации здравоохранения. Это не торговая все-таки организация, а организация здравоохранения. Есть немножко дефицит метионина и цистеина, но это не критично. Уникальный компонент – это изофлавоны. Это особая группа, входящая в состав продуктов соевых, которые являются средствами для коррекции и профилактики заболеваний сердца, сосудов, опухолей и климакса. И обращается внимание на то, что соевое масло – это очень ценный источник растительного жира. И содержит незаменимые пищевые полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего линоленовые. Это очень важно для хорошего липидного обмена. И поскольку соя это все-таки растительный продукт, то пищевые волокна, что очень важно для нормальной функции кишечника. И кстати, вот пищевые волокна, клетчатка, я сейчас вспоминаю, вот пищевые отруби, они очень полезны для коррекции даже на фоне атеросклероза. На одной из программ «Малахов плюс», когда еще в годы боевой молодости, 10 лет назад я работал на Первом канале, у нас была тема по регуляции обмена веществ, в том числе по ожирению, там дыхание делало небольшую тему. И мы оказались впоследствии с известным ныне доктором Ковальковым, диетологом, который сейчас много программ ведет и книги его известны. И он тогда выступая сказал, что ребята, вот самые разные способы борьбы с атеросклерозом, с холестерином проводятся, но нужно знать, что просто нормальная пищевая клетчатка в виде пищевых отрубей, а них продается сейчас немерено, позволяет очень хорошо абсорбировать, утилизировать, убирать лишний холестерин при его избыточном накоплении. Это один плюс клетчатки. Второй, не так давно я просматривал материалы по онкологии и так далее. Но это уже в программе здоровья у Елены Малышевой, но там все-таки тоже люди за слова отвечают. Там речь шла о том, что для того, чтобы иметь высокую гарантию профилактики онкологии кишечника, достаточно ну, минимум 30 грамм отрубей. Я посмотрел, взял пачку, у нас есть магазин Нармед, там много пищи оздоровительной, я взял пачку отрубей, там 200 грамм. Ну, 200 грамм это считай на неделю. В принципе, просто берешь эти отрубей, заживал с чем-то и пошел нормально. Поэтому пищевые волокна, которые находятся в составе сои, они, в принципе, тоже полезны, как средство поддержания нормальной функции кишечника и микрофлоры. Витамины группы В, витамины жирорастворимые, что крайне важно для нормального обмена липидов. Лецитин, очень интересное соединение, порядка, наверное, процентов 30 ткани мозга, там высокое содержание лецитина, он важен для нормальной работы нервных клеток и оболочек нервных стволов. Хорошо влияет на липопротеиды, на их баланс. И смотрите, Американская ассоциация кардиологов
употребление соевого лецитина 1 без соловых ложки в день, снижение проявлений коронарного атеросклероза и мозгового. Профилактика у людей старше 40 лет. Положительное влияние на холестеринный обмен и опять же полезен для лечения никотинового пристрастия, для того, чтобы улучшать состояние мозга, в котором, как мы с вами помним, и холестерина, и лецитина достаточно много. Таким образом, мы с вами видим, что в принципе проблема метаболизма, она достаточно большая, но она доступна для понимания и для регуляции. Если вы берете дыхание, берете его как базу для регуляции диафрагмального дыхания, дыхания медленного, редкого, с накоплением углекислого газа, с влиянием на вегетативную нервную систему при редком дыхании, баланс хороший устанавливается. При этом вы хорошо прокачиваете лимфу, очищающую ткани, хорошо массируете брюшную полость, улучшаете соотношение вентиляции легких и кровотока через легкие, значит, газообмен полноценный. И через регуляцию дыхания, регулярную, которая становится привычкой, вы, в общем-то, так очень мягко, корректно, естественным образом влияете на обменные процессы в клетках, поддерживая оптимальное состояние кислотно-щелочного равновесия. Поэтому, если вы будете заниматься регуляцией дыхания, будьте готовы к тому, что постепенно как-то вы будете питаться спокойнее, поменьше по объему, пореже будет тянуть на сладкое. Я честно скажу, что я обычный пищевой сахар, вот этот белый, если в год килограмм съедаю, то это может быть максимум. В магазине я вообще его не покупал, вот в офисе там где-то в чай плеснешь, получается, на ложке, так для оттенка вкуса и все. И на здоровье, как натуральное средство, которое от эволюции, от природы заложено нам для регуляции многих процессов, это ароматерапия. Ну, поскольку природных запахов у нас полгода нет, мы все сидим в искусственных жилищах, в искусственной атмосфере, то ароматерапия, в принципе, должна быть нормой гигиены. Даже если у вас нормальный вес и нет проблем с метаболизмом, то ну, минимум минут 5 утром вечером сеанс ароматерапии, используя, например, портативный тингалятор, провести полезно. Для нервной системы, прежде всего, полезны эфирные масла из группы цитрусовых. Лимон, мандарин, апельсин, грейпфрут, кому что нравится. И как хорошая поддержка для этой группы, это эфирное масло лаванды, эфирное масло розмарина. Можно проводить ингаляции в виде комбинации, можно просто составить расписание, каждые 2 недели эфирное масло менять. Обычно, когда у меня пациенты занимаются дыханием на дыхательном тренажере Фролова, я им даю курс сначала все-таки на поставить дыхание, примерно 1,5-2, некоторые 3 месяца занимаются только дыханием. И когда мы видим, что дыхание на тренажере уже включило определенные процессы реабилитации, улучшение кровотока, нервной системы, метаболизма и так далее, потом я уже добавляю ароматерапию и делаем так. 2 недели подышали каким-то эфирным маслом, недельку перерыв. Еще 2 недельки подышали, недельку перерыв. И так вот. Ну, люди уже привыкают, что заботиться о здоровье можно и нужно. Тем более время-то у нас с вами впереди не очень веселое. Неизвестно, что будет. А медицина вообще в кризисе, я вам скажу честно. Я читаю много врачебных сайтов, куда подписка специальная через подтверждение диплома. Врачи в большой тревоге за состояние здравоохранения, которому уделяется минимум действительно серьезного внимания. Ну, многое в наших силах, а дыхание тем более зависит только от нас. Благодарю вас за внимание. Извините, что такую сложную тему пришлось уложить в 2 часа. Тема сложная. Вопросы будут, звоните и пишите. Всегда готовы помочь. Всего доброго. Если вопросы есть, можете написать. Я не тороплюсь. Можем сейчас в прямом эфире поговорить. Если нет, всего доброго. Будьте здоровы.